Вот не могу не спросить об одном из главных для нашего региона вопросов международной политики. Уже несколько столетий вопрос о черноморских проливах. На той неделе Европейский Союз ввел потолок цен на российскую нефть, и у Босфора сразу образовалась снова-таки пробка из танкеров. Насколько контроль над проливами важен для турецкого великодержавия? Вот скажите, пожалуйста. Ну, безусловно, важен. Контроль над проливами – это один из политических столпов, в международном смысле, на котором держится европейская мощь, давайте так скажем, в данном случае европейская мощь Турции. Обращаю внимание, что турецкие наши партнеры и альтернативные версии рассматривают тоже, вроде канала Стамбул, да, вроде и дополнительных еще веток, да, которые можно будет использовать. Пока конвенция Монтрё. Пока что существует определенные правила. Босфора, Дарданеллы все еще важны для многих участников. Но с другой стороны, обратите внимание, что Турция, например, закрыла проход для военных кораблей, в том числе натовских, в Черное море сейчас. Ей это выгодно. России это тоже выгодно. Представьте себе, как это причем, как так получается. Я хочу обратить внимание, как они закрыли. То есть они мотивировали, они сказали, что мы не хотим способствовать расширению конфликта. Очага конфликта. Да, то есть они в данном случае заявили об определенной такой нейтральной миротворческой позиции. Пусть разбираются сами. Да? Да.